Добрый день, уважаемые земляки! От лица общественной организации «Спортивный клуб «Пересвет»» просим вас соблюдать условия карантина. Без особой необходимости не выходить в общественные места, оставаться дома. Также просим вас не поддаваться на всевозможные провокации в соцсетях и интернете. Тем, у кого есть возможность заниматься своими приусадебными участками, вместо просмотра интернета и телевизора, чтением книг и, конечно же, занятием спортом. Сейчас многие известные спортсмены ведут ежедневные онлайн-тренировки. Можно заниматься как собственным весом, так и любыми подручными средствами. Не болейте, занимайтесь спортом, любите Россию.